В Люберецкой областной больнице начало работать отделение реабилитации. Оно предназначено для лечения пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата. А в новом структурном подразделении получают помощь и люди, перенесшие инсульт. Своевременная и качественная реабилитация после перенесенных заболеваний – гарант здоровья и жизни пациента. В больницах Московской области открывают новые отделения, где оказывают высококвалифицированную помощь в области восстановления организма. Одно из них появилось и в Люберцах. В нашем отделении мы принимаем больных после острого нарушения кровообращения головного мозга, после травм, после эндопротезирования тазобедренного сустава, больных с заболеваниями периферической нервной системы, такие как остеохондрозы, радикулиты, радикулопатии, и также соматических больных. То есть это больные, у которых хроническая болезнь сердца, хронические болезни легких. Отделение реабилитации рассчитано на 30 коек. Оно оснащено современным медицинским оборудованием, которое помогает улучшать работу сердечно-сосудистой системы, проводить диагностику нагрузки на стопы, а также координировать и тренировать движения верхних и нижних конечностей. Проводим магнитотерапию. Магнитотерапия на плечевой сустав и на локтевой сустав. Время воздействия 40 минут. Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. При наличии у пациента медицинских показаний направление выдает лечащий врач. Луиза Игязарян, телеканал ЛРТ.